Строители в детской больнице выполняют последние штрихи. Уже закончили отделочные работы, осталось полностью закрыть фасад декоративными панелями, расставить мебель и технику, провести капитальную уборку и высадить во дворе цветы и деревья. На помощь пришли парни из студотряда. На площадке шутят, эти умельцы берутся за любую работу. Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я. Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин! В этом году студенческие отряды назвали в честь героев Советского Союза. Молодежная команда профессионально-технического колледжа выбрала веру хорошую. Для большинства юношей летняя занятость – возможность не только получить опыт, но и заработать. Честь поработать на социально значимом объекте. Работу выполняем разную. От уборки этажей, от строительного мусора, помощь рабочим. В автотранспортном педагогам помогают ребята из сервисного отряда. Готовят кабинеты к ЦТ, перебирают бумаги. Сам процесс для абитуриентов будет очень волнительный, это гарантированно. И мы пытаемся сделать его удобнее для них, чтобы им было комфортнее находиться тут. Учащиеся лесотехнического колледжа трудились в зеленых зонах района. Команда из аграрно-экономического привела в порядок свое общежитие. Сегодня очередная группа помощников отправилась на Бобруйск-Агромаш. Как говорит, да, республиканский штаб студенческих отрядов, труд крут, труд облагораживает действительно человека. Ребята с большой охоткой идут студенческие отряды. По всему городу в молодежных командах работает почти 40 человек. В БРСМ отметили, места для желающих присоединиться есть. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.